Попытался Браснев выиграть и попытался создать момент передачи на Попугаева, но все-таки нет. Этот период завершается без заброшенных шайб. Вот в конце уже потасовка. Здесь все началось. А с чего все началось, даже непонятно. На стыке сирены, если кто-то уже после нее хотя бы что-то делает, то это уже как катализатор того, что у нас, возможно, будет потасовка. Но в итоге там Воронков с Алтабармакяном скорее больше пообнимались. И даже думаю, что здесь никому ничего не дадут. Хотя, нет, может быть... поднял. Думаю, поднял, да? Ну, да. Профилактически две за грубость в одну и в другую сторону. Я думаю, что будет окей. Так, Висенко вперед выиграл. Молодец, интересно. Дальше... Команда «Ладан», номер 84. 2 минуты грубость. Так. Это грубость. Команда «Витязь», номер 59. 2 минуты грубость. Ну вот, профилактические 2 минуты Воронкову и Алтабармакяну. Не понравился силовой прием Фисенко, как подумали игроки «Витязя». Этот силовой был уже после серии.